Йоу, ребята, перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то у вас реакция все окей. Я вам желаю удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пишите в комментариях, кто в принципе успел, а те, кто успели, поздравляю вас с реакцией, все окей. И, кстати, всем желаю приятного просмотра, пожалуйста, досмотрите данный видеоролик от начала и до конца, ибо он получился реально очень крутой. И мы начинаем! Поехали! Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, и это новый выпуск по Админ Шоу, и хочу вам сказать сразу, чтобы вы досмотрели данный видеоролик от начала и до конца, ибо он получился просто шедевральным! И в ролике я, кстати, для вас спрятал офигенные подарки, о которых вы совсем скоро узнаете, если у вас хорошая внимательность. Вот так вот. И прямо сейчас я для вас объясню, кто не знает, что такое админ шоу, я поясню. Это та рубрика, в которой я немножечко издеваюсь над игроками, шалю. Там вот, допустим, этот чувак хочет меня сейчас ударить, но в итоге я ему просто делаю вот такой вот подарок, и он радуется. Ты же радуешься? Нет? Понятно, он не радуется, очень жаль. Так вот. Вы, кстати, можете придумать смешной, либо же креативный никнейм, как вот, допустим, Василь Украина. Вот это реально смешной, либо же креативный никнейм. И получить бесплатную лицензию Майнкрафта. Вы можете написать хоть 50 никнеймов, хоть 100. Так у вас будет просто больше шансов. И дай бог здоровьечка тем чувакам, которые, знаете, вот ролик еще не начался. Они уже ставят лайк. Вот реально я вас обожаю. Спасибо. Тем временем я вам желаю приятного просмотра. Ты чё на него сел? Это же моё! В общем, я уже нашел первую жертву, и знаете, я тут подумал и решил, что этому чуваку нужен евроремонт. Я понимаю, его дом абсолютно прекрасен, шедевральный, то есть ничего лишнего нет, но сейчас я предлагаю сделать ему небольшой апгрейд, так сказать. Плюсаните, пожалуйста, в комментариях, если вы согласны, что этот дом прекрасен, но ему не хватает кое-какой изюминки, к примеру, реплей с 5 на 57. Урум! Он такой... Ё-моё, я бы, честно говоря, тоже был бы в шоке от такого увиденного. И сразу, кирка в руках, просыпается инстинкт зверя, ух ты, и сразу делать дырки в стенах. Зачем же ж ты так, ё-моё. Так, давай сейчас войдем в его дом. Сразу настоящий мужчина. Уже только вот недавно сделал евроремонт, а этот чувак начинает долбить дырки в доме и что-то сейчас творит с этим сундуком. Тебе что, дорогой... Ты дурак! Вы видали? Он только что сломал собственный сундук. Ну да, согласен. Скорее всего, тебе этот сундук мешал, чтобы пройти в эту стенку. Правильно? Так, я считаю, что этот евроремонт, он немножечко устарел, и предлагаю ему сделать евроремонт немножечко вручную. Поэтому мы сейчас берем алмазные блоки. Алмазные блоки, он не понимает. Интересно, а где же весь этот евроремонт? Так-то да. Поэтому я предлагаю тебе построить вот такую вот лампу. А ну подвинься. Ваниш. ГМ1. Все. То есть я ваниша. Смотри, это твоя новая люстра. Писи он. На самом деле, я думаю, он немножечко шокирован. Он даже пишет, кто это? Да это Писюн, ты что, не узнал? Писюн Влад... Ладно, ничего говорить не буду. Так, тем самым временем он его ломает. Зачем ты это... Да это же твоя лампа была, ну или будет, так сказать, предмет интерьера. Вот. Он что-то его передумал ломать. Либо, кстати, он у него почему-то не ломается. Я не понимаю. Но, ух ты, решил до конца все-таки поломать. Хорошо, хорошо, в честь такого события я предлагаю тебе вернуть дом RPS 5 на 57. Врум! И снова. Джон Супер просыпается инстинкт зверя. Давай, давай, стенки! Вы мне больше не нужны. Все равно, евроремонт это не мое. Сейчас все равно пойду продам алмазы, поэтому я предлагаю сделать ему небольшой подарок в виде того, что. Ой-ой, я сломал ему дом. В виде того, что мы. Снесем его основной дом, который прямо сейчас имеется правильным, и создадим копию его дома по всей вот этой вот квадратной территории Майнкрафта, так сказать. Тем самым временем мы пишем пасти, создаем дом на доме, дом в доме, и у нас получается уже трехэтажный дом. Поэтому я сейчас посоздаю это все вот так вот по окружности, даже вот еще один сделаю вот здесь вот, и удалю его основной дом, пока...
Да этот Джон Супер уже вошел в азарт, посмотрите. Этот мега супер всекосный мальчик понимает, что надо доубить собственные дома, которые он уже выдумал. Ё-моё, ты что... давайте сейчас проверим тест. Сет 0, я сейчас удалю его основной дом. Он такой... Да ладно, дома нет, какие могут быть проблемы? Зачем тебе дом? Посмотри, у тебя раз дом... Он что, умер? Или что? Подождите, ТП, Джон... Он просто вышел! Этот человек меня просто взял, ограбил, и просто вышел в сервер, типа... Блин, мой здесь основной дом украли. Ну ладно, здесь, я понимаю, здесь есть разные дома, но мне больше нравится мой, который был тот. Джон Супер! Вы меня развели! Ладно, я тогда приступаю к следующим чувакам. Кстати, если на этом ролике набирается 7000 лайков, то выйдет вторая часть по админ-шоу. И заходите на мой сервер, у нас с вами будет сходка, я вас буду всех ждать. Я сейчас тогда вот так вот все поотменяю. Ибо, конечно, это топ-10 пранков, которые вышли из-под контроля. Джон Супер меня немножечко разыграл. Но мы идем дальше. В общем, мне в голову пришла гениальная идея, которую я вам сейчас покажу. Смотрите, у нас имеется вот этот вот игрок, и я предлагаю сейчас завлечь его внимание. То есть для начала Fireball мы запустим в него. Прям, что-то промазал. Надо сейчас ниже спуститься, он вообще в недоумении. Врум-врум. Типа, боже, что это такое? Дальше. Нам нужно будет взять зажигалку, потому что я предлагаю сейчас спалить его дом. То есть раз, два, вот так по всей территории. По всей территории. Ля-ля, сразу тушить все начал. А потому что весь прикол в том, что у него дом-то из дерева. Я сейчас и балкон его тут вью поджигаю. Он, кстати, сам загорелся. Типа, о, боже, у меня же горит дом. Кстати, он часть некоторых спавнов не тушит. У него тут чуваки собираются рядом с домом. Но это только начало. Я сейчас просто стараюсь завлечь его внимание. Потому что сейчас будет такое, что... А чего вы сейчас просто офигеете? Кстати, если вы досмотрели до этого момента, напишите слово «стекло». Это такой тест. Он, кстати, он решил даже балкон не тушить. Короче, давайте особо мы с ним играться не будем. Перейдем сразу ближе к делу. Поэтому я предлагаю прямо сейчас... Видите, у него весь дом состоит из дерева. Я предлагаю вот это вот все дерево заменить просто-напросто на огонь. То есть... смотрите, сейчас чуваки, которые тут рядом бегают, будут вообще удивлены. Replace 5 на fire. Врум! Брат, у тебя дом горит. Смотри. Он такой. Боже! Смотрите, пацаны, дом горит! И сразу в огонь, типа, ух, боже, туши, дом-то загорел. Брат, все блоки погорели, все. Да, давай, забираем сундуки, забирай вообще все, мы переезжаем. Давай, бегом, все, этот дом горит. Пожар, забирай свои шмотки, проваливай. Давай. Боже, что творит этот чувак? Вы посмотрите, у него не дом, а... Я не знаю, как это описать. Ну, скорее всего, это дом пожарника. Ух ты, смотрите. Так, тут какой-то чувак к нему присоединяется, спавн, он мне не нравится, потому что он сейчас не моя жертва, я не хочу на него завлекать свое внимание, но меня прикалывает только то, что этот дом горит. Давайте прямо сейчас, я не знаю, что этот чувак собирается делать, возьмем табличку для общения с ним, хочешь верну дом, вот так вот. Ух ты, я так понимаю, этот чувак начал новый дом строить, да, типа... Ну ладно, этот дом сгорел, построю новый. Почему бы нет? Хочешь? Ага, понял. Тогда сейчас я придумаю креативное задание. Тогда построй писюн из дерева. Дерево и... расскажи шутку. Вот так вот. Вот это я понимаю задание. Оно на самом деле глупое. Я сразу же извиняюсь. Кстати, вы прикиньтесь, я уже сижу, вот 2 часа ролик записываю в трусах, и я больше чем уверен, что большинство вас, кто сейчас сидит и смотрит ролик, вы тоже в трусах. Блин, это так глупо звучало. Ну, короче, ладно, все, забейте. Так. Ух ты, сразу наш человек, сразу уже и построил, уже и дом начал новый строить. Этот дом, кстати, почти догорел. Так, сейчас он нам шутку расскажет. Мне просто интересно, какая же будет шутка. Давай, попробуй меня удивить. Интересно, а что бы... Колобок повесился.
Конечно, ух, сейчас реально со смеху умру. Остановите меня! Ладно, а ну, а что будет, если по приколу я сейчас ему верну не его дом, а replace 5 на 57. Оп! Он такой... Мама Люба, давай! Давай, давай, Когда нету дома, он строит новый дом. Когда дом из алмазных блоков, он ломает старый дом. Кстати, напишите, пожалуйста, вы бы точно так же делали, либо же нет. Кстати, если вы добрый человек, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. И тут какой-то Кувикс пришел. Так что, пожалуйста, подпишитесь, ибо я сейчас мечтаю набрать 700 тысяч подписчиков, и только вы мне можете в этом помочь. На 700 тысяч подписчиков у вас такой счет, что вы вообще офигеете. Поэтому я предлагаю не смотреть, как он будет ломать свой дом, потому что, как по мне, это будет очень долго, и опять какой-то этот Шаун пришел, Шаун Глеб, успокойся. И мы тем самым временем, я думаю, сейчас пойдем к другим чувакам, а ему вернем обычный дом, потому что реально, зачем? Зачем ты ломаешь собственный дом? Тебе заняться нечем. Ну зачем? Кстати, первые 10 чуваков, которые купят Властелина, либо же спонсора, получат в подарок мою новую программу, с помощью которой вы сможете получить админку на любом сервере абсолютно бесплатно. И сейчас идут на сервере огромные скидки, так что если вы хотите себя побаловать, то советую покупать донат в ближайшие дни. И я приступаю к следующим чувакам. Сейчас я предлагаю немножечко удивить данного игрока, и предлагаю я непосредственно ему выдать ГМ-1. Поскольку он строит свой дом, а он у него довольно-таки масштабного размера, сейчас мы посмотрим, что же этот молодой человек будет творить с ГМ-кой, когда я ему ее в принципе выдам. Но для того, чтобы получить ГМ-ку, мы строим наш титульный знак, чтобы он понял, что мы на месте. Мы строим алмазный писюн! Так, здесь, ну, в принципе, сантиметров... 38, где-то, ух, сразу обратил внимание, так, а ну не ломать, не ломать, не ломать, нам нужно задание написать, напишу на нем, если сломаешь, запятая, получишь ГМ, сразу обратил внимание, так, ну давай, просто этот человек гений, ты зачем ломаешь алмазы алмазной рукой, да, ой, алмазной рукой, Бози, а что я несу? Так, смотрите, он, в принципе, практически сломал этот алмазный блок целиком. Вы просто посмотрите, что творит этот парень. У него просто не рука, а руки, руки-базуки. Правда, зачем он ломает его, ё-моё? Ну тут же 30 с чем-то там. Он такой, блин, а почему же не выпало? Блин, вообще так обидно, ё-моё. Ладно, давайте... Поскольку он реально, походу, я так понимаю, тупит. Вообще, валенок еще тот, Рексик. Тебе только писюны и ломать. Честно говоря, Рексик. И давайте посмотрим его составляющий инвентарь. Ух ты, смотрите, тут какой-то шмот. Сейчас проверка инвентаря. Он такой, боже, мама, я же могу летать, мама, смотри. И сразу. Этот человек настолько глупый, что сразу полез драться. Ты понимаешь, что когда тебе выдают ГМ-1, у тебя пропадает... Ой, когда идешь драться, у тебя гемка пропадает. А ну, посмотрим, что этот человек будет брать для себя. Либо же он настолько честный. Ну да, я, конечно, это зря сказал. Мне кажется, этот человек просто цыган. Цыган ворует все подряд. Раз, так, два, так, так. Уже, в принципе, 4 стака яблочек он скоммунизил. В принципе, почему бы нет. Уже выбрасывают всякую фигню, которая ему не нужна. Правильно, очищаем инвентарь, как говорится. Складывает у нас... В сундук, который забит. Просто этот Рексик, он еще тот, походу, цыган на самом-таки деле. Кстати, прямо сейчас первые 200 человек, которые подпишутся на мой инстаграм, ссылка на него есть, кстати, в описании, получат от меня бесплатную лицензию Майнкрафта. Самые активные, вот те, кто там лайк будет комментировать, получат от меня сигну в подарок, и я на вас взаимно подпишусь. Так что все просто, и подписывайтесь. Вы посмотрите. Ё-моё, Рексик, ну ты цыган, конечно. Рексик! Меня тогда же цыгане не обворовали. Рексик! А ну. Молодой паренек, что вы себе Я не знаю, какие слова тут можно подобрать. Кроме того, что Рексик у нас немножечко цыган. Он просто решил, я так понимаю, заполнить весь этот сундук алмазными блоками. What a farboy. Его что кикнуло? Инфси Рексик. Игрок не найден! Круто, этот человек просто гений. Весь прикол в том, что я теперь не могу у него забрать креативку, потому что он вышел.
Я просто не знаю, как можно по-другому. А, вот, зашел. А ну, ГМ 0, Рексик. Все, братуха, у тебя была ГМ-ка. Теперь у тебя ее, в принципе, не будет. Почему бы нет, правильно, ГМ 0. Все, все, я тебя надурачу. Надурачу. Сначала ты меня... Ля, и все складывает. Но это, конечно, и шау. Напишите, кстати, в комментариях, вы бы точно так же сделали, либо же нет. А на этом все. С вами буду МХ. Я буду уже заканчивать, потому что меня тут реально уже за все время так обворовали на своем же сервере. Хоть это админ шоу, я, в принципе, ну, типа, шалю, да? Но получается, что надо мной шалят. И 7000 лайков, и выйдет новый админ шоу. Всем ахавидерчи. IP-адрес сервера будет в описании. Заходите, покупайте донат, радуйте себя, скидки на сервере и все дела. А еще ссылка на инсту в описании. Всем пока.